В управлении ГИБДД Адыгея подведены итоги состоявшегося двухчасового профилактического мероприятия по массовой проверке транспортных средств. Рейды прежде всего направлены на выявление нетрезвых водителей, а для их проведения всего было сформировано 9 нарядов из числа сотрудников дорожной полиции. К участию в проверках привлекались члены общественного совета при МВД по Республике Адыгея Светлана Дорошенко и Александр Дегтярев. О дате проведения акции население республики было проинформировано через официальные сайты МВД по Республике Адыгея и госавтоинспекции, ведомственные страницы в социальных сетях и СМИ. За время проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД всего выявлено более 50 нарушений правил дорожного движения. Что касается общей статистики, то всего в дежурные сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах республики задержано 5 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а с начала недели их выявлено 29. Проявляйте бдительность и взаимоуважение на дороге.